Следующим уроком в нашем киноальманахе alcatreon.com будет, ой, наболевшая тема о том, как же ж правильно разместить видео на сайт. Как же ж это правильно видео разместить, с этим проблема. Значит, мы находимся в админке. Мы там добавить запись, добавили запись, написали о чем эта запись. Вот это реальная запись. О, вот. И сюда будет вставлено видео одно, уже записанное, сюда другое. Итак, что с Vimeo? Vimeo. У нас есть Vimeo. Swiss Downhill, например, нас интересует. Мы нашли на Vimeo, допустим, интересную картинку Руди Бердериум. Вот так вот она выглядит. Нам интересно расшарить это видео. Ну, допустим, да, мы его посмотрели, мы его там изучили, оно нам нравится, оно действительно про велосипед, мы в этом уверены. Мы делаем кастомайз. 700. У нас на данный момент такая вот ширина. 700. Колер я выбираю вот такой вот колер. Ну, оранжевый, понятно. Вот эти портрет, тил, блины, вот эти блины нам не нужны. Мифы тоже, легенды тем более. Мы это все, значит, копируем. Это предельно просто. И вставляем. Вот iframe равно бла-бла-бла, player Vimeo. Это именно то. Следующее дело движения у нас, значит, тот же downhill, но там, допустим, с YouTube. Я не знаю, у меня здесь какой-то этот новый интерфейс, ну, в общем, он печальный. Надислаты. И причем я не знаю, где язык русский включается, то вы уж извините. Надислаты. Вставка. Нас интересует специальный размер, а именно 700 с клавиатуры. Копируем вот этот участочек. Показывает исхожее видео, когда видео заканчивается. Но это все не важно. Вставить. Здесь будет тоже видео. Сохраняем. И, о чудо, сохранение, да, понятно, это. И, о чудо, о чудо, сейчас у нас будет, о чудо, у нас появилось вот такие вот два видео. Видео касательно видео с YouTube, ее можно вот так вот помещать там. Я там что-то нажал. Вставка. Опаньки. То есть не обязательно заходить на сайт YouTube, чтобы вставить видео с YouTube. Вот. Копировать. Теперь это. Оп. Вот такое. И заходим там в статью, куда там мы заходили. Собственно, все на этом.